добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы начнем прохождение игрушки Fancy Skulls. Особо далеко я пройти не надеюсь, я вот только-только начал. Конечно же, очень важно сказать, что Fancy Skulls сейчас вышла на Steam, так что если вам хочется взять, она по обалденной цене, она, по-моему, меньше 200 рублей стоит. Так что берите обязательно, классная-классная игрушка. Итак, давайте тогда начнем. В общем-то, принцип игровой я знаю. Где что делать, то есть где искать секретные комнаты, я все еще не разобрался, но я знаю, что некоторые вещи изменили, некоторые вещи убрали, она стала чуть-чуть проще пока что, она, конечно же, все еще в разработке, но давайте посмотрим. Итак, у меня больше стрельбы, то, где я сейчас находился, это, считайте, золотая комната с вещью. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь такое, монетка, конечно же, дверь закрывается, мы запускаем врагов, давайте перезагрузимся и посмотрим. Мишка, дрясти, Мишка. Ой, а кто в меня там попал? Кто в меня там попал? Ага, вот эта штука попала. Хорошо, у нее у базы слабое место, а у этой штуки правый глаз слабое место, но он жирная тварь. Хорошо. И то, что сейчас изменилось по сравнению с прошлой версией, то есть 0.7, это то, что сейчас нету таймера. Раньше шел таймер. Чем быстрее мы разбирались с комнатой, тем лучше мы получали вещи. Теперь таймер убрали на комнатах. Разработчик убрал таймер на комнатах. Так, давайте... я думал, я бобом смогу привидение убрать. Нет, хитрое. Так, отлично. У привидения сердечко его на рубашке. Это слабое местечко. Так, Боб пошел. Еще кто-то. Дрясте. У этой штуки кружочек, который крутится вокруг нее. Еще дополнительная штука. Я уже сейчас так много договорил, что я уже даже не знаю, что вам еще сказать, потому что я уже запутался и забыл все, что говорил. Чудесная ситуация. Так, Мишка. Мишку самое главное не бояться. Не нервничать. Он огромный, он жирный, он бежит на нас. Но. Если как бы вести себя как в танке, то есть ничего плохого не делать, то можно пройти дальше. Итак, что у нас еще есть? Вот как это. Я был не уверен. Так, давайте так пойдем, посмотрим, что у нас здесь. А то есть, у нас есть три вещи, которые можно выполнить. Не промахиваться, очень быстро зачистить и не получить урона. Эти три вещи повышают шанс получение какой-то вещи на комнате, а получение дополнительного вещей на следующем уровне уже... Хотя нет, вон он отчет времени. Оказывается, я полностью во всем ошибался. Так, тихо, это здесь... Я просто вижу коробку, то есть это... Да. Так, две точки, понятно. А где? Я что, слепой? Я явно слепой, потому что я там вижу коробку. Ну, а, может быть, она на выходе. Она как-то так хитро за комнатами спрятана. Может быть... Так, ну все, давайте пойдем на следующий этаж. Чтобы у нас было больше вещей. Так, посмотрим, мы получим, что... Нет, ничего не получили. Так, что у нас здесь? Револьвер Non-Critical Hits at Mana, то есть мы можем восстанавливать ману. 8 попаданий на врагов, мы получаем монетку. Мы можем взламывать яйца, начинать респон выстрелом. Так себе, скажу вам честно. Так, зато у нас куча ключей. Так. У нас здесь сундук есть. Так, есть, хорошо. Так, следующее. Мы можем открыть сундук. Получить глаз какой-то. Storm Eye. Давайте посмотрим, что он делает. Я уже даже не помню, как его запускать. А, вот, молния. Правой кнопкой мы можем выстреливать. И теперь мы потихоньку будем восстанавливать себе ману. По-моему, когда мы просто передвигаемся, когда мы ходим по комнатам, потихоньку мана восстанавливается. И этот Storm Eye мы можем использовать как дополнительное оружие. По-моему, он убивает всех вокруг нас. А то есть это молния, она еще цепляется за врагов. Хотя сейчас посмотрим. Потому что многие вещи с тех пор, как я играл в эту игрушку, добавили. Так что считайте, я с вами полностью наравне. Мы пойдем, будем узнавать все больше и больше об игре. Скажу вам честно, я получил маленькую расписочку того, что в игре есть, того, что изменилось от разработчика. Но я опять же вам скажу честно, что я абсолютно уже забыл.
Первое, где оно валяется, где он мне писал. Второе, что он мне писал. То есть я тогда прочитал, такой, это мне поможет. И теперь так... Что мне поможет? Господи, да боже мой. Три урона на одной комнате. Чудесно. Ну, хорошо. Нужно просто войти в ритм, нужно войти в темп игры. Тогда можно будет уже что-то делать. Так, хорошо. Давайте пойдем снова, пойдем посмотрим. Так, у нас здесь одно яйцо. Давайте сразу же с ним разберемся. Это морковка дьявольская. Дьявольскую морковку лучше всего убивать ее же бобами. Это самое приятное. Ой-ой-ой, лазеры. По идее, простой враг. Но меня почему-то всегда пугает, потому что мне приходится от него уворачиваться прыжком. Итак, я не хочу прыгать. Я не умею прыгать. Так, у нас кто-то еще здесь есть? Кто-то еще здесь тут? Привет. Так, у него одно попадание здесь в базу. Отлично, мы получаем что-нибудь? Нет, хотя я две вещи выполнил. Запускаем. Так, о, медведь. Я сказал дрясти медведь. Не надо размахивать своими лапками. Так, и я как-то так шустро двигаюсь. Забываю то, что у меня всего лишь одна жизнь осталась. Рестарт! В первых сериях я далеко не дойду. Но что я хочу делать, это я хочу у, Fancy Skull, отлично, оно меня спасет от смерти. Я хочу поддерживать базовый темп, потому что здесь важно быстро передвигаться по уровням. Если слишком долго засиживаться на одном и том же месте, то мы не будем получать бонусов, мы не будем хороших вещей получать. То есть быстро двигаться по уровням — это важно в этой игрушке, не только пройти. Так, хорошо, по мне лазер, по-моему, не попал. Так, там привидение. Хорошо, морковка. Морковка дьявольская. Адская морковка, давай. Иди там, тусуйся, бросай свои бобы. Мы сначала разберемся с этим товарищем. Теперь с привидением. Стой на месте, проклятый. Так, есть, хорошо. Ему главное попасть в сердечко, а то он при каждом попадании... Ух ты, монетка еще одна. А то он при каждом попадании... Господи, сколько он бобов набросал. Так, с ними нужно расправиться. Боб, ты меня не долетел, молодец. Так, это нам нужен ключ, давайте. Я же вроде бы поднимал ключ. В прошлой жизни, скорее всего. Хорошо, давайте, здесь у нас вот одно яйцо. Давайте его сразу же откроем, посмотрим, что это такое. Что это за издевательство такое? Зажало меня. Нужно как раз научиться вот с этой ситуацией обходиться. Или как правильно становиться, чтобы меня так не зажимало. Потому что это очень-очень плохо. Опаньки. Комната мне дала что-то. Золотая комната. Давайте посмотрим. Черная монета. 12 монеток. То есть магазин. Магазин меня манит труселями. Хорошо. Нужно будет к нему подойти. Так, теперь эта дура. Вот этой дуре, по идее, очень просто попасть в слабое место. Так, кто в меня стреляет? Кто посмел? Кто посмел меня стрелять? А еще привидение. Вот кто посмел меня стрелять своей белой штукой. Хорошо, он снялся. Вот в него, по идее, в этот шарик нужно научиться попадать, потому что с ним нужно быстро разбираться. И здесь вот эти вот турельки стационарные, здесь можно играть об уровень, а то есть отталкиваться от того, что тут происходит, и тогда делать правильные решения. Когда как двигающиеся враги, это уже совсем другая история. Так, что у нас в магазине? Не нужно перезаряжаться, мы быстрее двигаемся после того, как двигаемся, или критическое попадание... Меня это особо не привлекает. Я думаю, на следующем уровне у нас будет магазин, который нам предложит что-то намного более интересное. Ой, извините. То есть, по идее, апгрейды хорошие, апгрейды базовые, но при том на револьвер это на то оружие, которое у нас всегда с собой. Но опаньки. Мы что-то получили дополнительное. Монетку и ключ. Это хорошо. Так, теперь это дополнительная мана. Accurate hits, return bullets in cylinder. Перезаряжаемся, когда попадаем. Crack acts, respawn. Давайте, да, четкие попадания, точные попадания дают, возвращают патроны нам в цилиндр. Это хорошо. А то есть это, скорее всего, критические попадания нужно было написать, потому что тут я не промахиваюсь по врагам. Они что, сами друг друга все поубивали сами. Молодцы. Я не против такого, я не откажусь. Убивайте. И в будущем убивайте себя именно так. Так, морковка. Адская морковка. Пак-пак. Есть. Хорошо. Ты. Ты вот с твоим шариком. Вот так вот. На-на-на-на-на.
Я хотя получил урон, но я ему все-таки выстрелил в шарик. На. Так вот. Будет всегда и с каждым. Так, мы получили также здесь что-то. Кучу ключей. Хорошо, теперь нужно открыть, что можно... Нужно открыть, что можно открыть ключами. Нужно найти, что можно открыть ключами. Моя голова. Ну, магазин, все. Магазин больше мне ничего не даст. Ну, хорошо, раз он такой. Раз он такой. Мы ему это запомним. Мы его не пожалеем в следующий раз, когда он к нам придет жаловаться на свою жизнь. Так, с одного раза. Так, тут Боб тусуется. А то здесь еще одна морковка. Да, здесь еще одна морковка. О, вот это класс. Так, мы от комнаты ничего не получаем, но я еще не всех убил. Да интересно, кого я еще не убил? То есть я выполнил все, но ничего не получил. Я... Что тоже бывает. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. А, Мишка, те. Так, теперь так, и морковка. Хорошо, бобы сносим побыстрее, чтобы было. Чтобы они рядом со мной не тусовались. Опаньки, что это у нас здесь? Магазин? Магазин. А в магазине у нас здоровьица. Ключ. И подождите, можно было за 30 монет, за 13 монеток купить 12 монеток. Я не знаю, что это за прикол такой. Может быть, темная монетка может дать больше монет. Потенциально у нее есть потенциал. Так, что это за глаз такой? Так, Storm's Eye. Хорошо, мы с этим уже тусовались. И все, я думаю, мы на этом уровне пойдем. У меня достаточно денег, чтобы купить еще один апгрейд. Я надеюсь, что так как мы быстро пройдем этот уровень, мы получим... Да, видите, у нас только 3 точки появились. А то есть, да, мы получаем дополняшку. Куча монеток и здоровья. Что у нас здесь? Быстрее перезаряжаем. Последние две пули, двойной урон. Мы можем перезаряжать, подпрыгивая. Давайте двойной урон. Хорошо. Move faster after shot. Jump to add single bullet to cylinder. Я даже не знаю. Я не хочу на это тратить деньги. Давайте просто пойдем дальше. Я хочу себе новое оружие. Помощнее что-нибудь получить. Товарищи, ай-яй-яй. Ай-яй-яй такими быть. Мишка, не щеми меня. Хорошо. Теперь так, монетку дополнительную получаем. Перепрыгиваем лазер. А, их тут два. Хорошо, раз лазер. Два лазер. Отлично, получаем монетку. Еще монетку. От золотую комнату не пропускаем. Ну и тут как раз ключик. Для золотой комнаты. Так, что это такое? Крикетс. Jump higher. А, мы выше прыгаем. И мы можем, по идее, сразу же пойти дальше. Давайте попробуем. Я сейчас не концентрируюсь на то, чтобы открывать других героев. Я просто думаю пройти как можно дальше. Так, хорошо. Chance to set on fire, а то есть шанс поджечь. Мы можем сделать ресет на магазине. Shoot items to... Мы можем стрелять в айтемы, чтобы подтянуть их поближе. Move faster. Так, давайте шанс на зажигание. И у меня всего лишь 6 монеток осталось. Мы можем потратить один ключ для ресета. Давайте чуть-чуть быстрее будем двигаться после того, как будем стрелять. Ага, хорошо. Да. Это хорошая вещь. Я думал, это будет немножко, а не... О, госп! Ого! Ого! Господи! Что происходит? Кто ты такой же? Понятно. Торопиться на сложный этаже не стоит. Ой, так, все, понятно. Давайте сейчас сделаем последний забег. Давайте попробуем так. Для алхимика не поднимать вещей до 4 уровня. Так, не тратить деньги до 4 уровня. 21 монетку до 4 уровня. Рандомный глаз. Не получить урона до 4 уровня. И Hound, find a secret room to unlock. Две секретные комнаты, чтобы открыть. Я просто пойду поиграю еще раз. Я просто... Тут, по идее, считайте, мы получаем новых героев за то, что мы не пользуемся, например, дополнительными вещами, не получаем урона, не покупаем ничего, не тратим деньги. Или аккумулируем деньги большие. И это хорошо, это приятно. То есть...
Тут, по идее, нужно просто добраться до 4 уровня, ничего не собирая, тогда можно будет использовать все. Так, хорошо. А, как раз нужно собирать, но не тратить, не пользоваться. Вот как это нужно сделать. Так, хорошо, давайте тогда привиденница, мое дорогое. А, меня морковка. Морковка меня защемила. Так, в сердце тебе. Так, морковка своих бобов боится. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да. Ну, с другой стороны, мы тоже своих какашек боимся. Знаете, так, какашка. Кричат люди обычно, когда видят какашку. Это абсолютно стандартная реакция на какашку стандартного человека. Так, тут нужно больше двигаться. Так, тут у нас тупик. Деревья, вам плохо? Деревьям явно плохо. У них сегодня не очень хороший день удался. Не выспались, бедняжки, как минимум. Так, раз в глаз, два в глаз. Там что-то наверху валяется, но мне это не достать пока что. Ну, или пока без разных вещей таких-то. Например, гранатометом, по-моему, можно прыгать. Я видел это, по крайней мере, в видео. Ну, у нас есть полет, вещи и разные-разные всякие вкусные няшки, которые можно пользоваться, чтобы передвигаться ввысь. Но пока что у меня их нету. Так, что ты мне дашь? О, здрасте! Как раз вовремя. Это хорошо. Это хорошо. Что у нас тут такое? Уии! Открываем. Глаз. Gunsmith. Я даже уже не знаю, что оно делает. Давайте в забитой комнате сделаем. Давайте посмотрим, что оно делает. Так. Ага, хорошо. То есть он нам дает эффект на оружие наше. Так, и мы можем, по идее, летать. Чем стоит пользоваться все-таки. Боб промахнулся по мне. Есть. Сняли монетка, коробочка, хорошо, все, так, полетели, не надо мне тут три точки отсчитывать, дайте мне монетки, оп, да, все-таки за скорость прохождения дают бонусы. Так, don't critical hit bad mana, shoot items to pull them closer, нет, неинтересно, вот что мне понравилось из всего этого, это больше скорости. Так, это у нас что, это у нас глаз солдата. Интересно, а это что за гадость? Gives coin and damage, то есть когда я получаю урон, мне дают монетки. Ну, как бы я себе этого позволить не могу, но все-таки это хоть что-то. То есть когда я буду получать урон хотя бы чуть-чуть... Из-за угла вдруг... Ага, три монетки за урон. То хорошо, об этом нужно знать, об этом нужно помнить. Может быть, если на уровне будет много-много разной всякой всячины, стоит получить урон. Получить денег, чтобы можно было закупиться, а потом просто набрать обратно сердечек. Так. Хорошо. Лазер, ты первый, кто умрет. Отлично. Так, теперь сердечко. О, это вовремя. Это очень-очень вовремя. Называется, вышел из-за угла привидение. Будь ты проклято. Ну, я его не убил еще. Проклятый где-то прячется. Так, есть, хорошо. И мне даже дали что-то, мне дали сердечко. Игра, ты просто знаешь, что мне хочется, что мне, без чего мне не выжить еще 2-3 уровня. Так, хорошо, что у нас? Мишка, дрясте. Хватит дергаться, товарищ Мишка. Есть морковкин. Хорошо, сам себя, по идее, убил. Так, теперь... вот здесь... смотрите, как можно за углом стоять и стрелять по шарику. Отлично, чудесно. Ну, нашел слабое место. Отлично. И мы что-то получаем в середине комнаты. Хорошо, все. Теперь идем в другую сторону. Так, давайте тогда посмотрим, что у нас получится. Или не получится. У меня же полет есть. Я забыл об этом. Я об этом забыл. Что это такое? Всегда получаем что-то в комнате. Это хорошо. Так... То есть это так от мишек можно прятаться. Они такие, я не умею летать. Хорошо. Летающие мишки — это самое страшное, что может быть вообще в мире. Так. Ё-моё, пуля прямо мне в лицо летела. Я думал, я ее смогу сострелить. Но ничего. Хорошо, это первая попытка. Это такое... Давайте посмотрим, что мы сможем сделать. Я ничего не смог сделать, но я уже начинаю трепыхаться. И давайте, играйте со мной, проходите. Она есть на Стиме. Шикарный ценник за шикарную игрушку.
Играйте со мной, попытаемся пройти ее. Тут 9 уровней, по идее, несложно. Ха-ха-ха. Я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.